Шапки, шарфы, перчатки, сток, C&A, луты по 5 килограмм. Так, мужские перчатки. Далее шапка. В основном шарфы, по-моему, шапок, перчаток мало. 75% акрила, 25% полиэстера в составе этой шапки. Так, снуд крупной вязки. Вот еще две пары перчаток. Перчаток мало было обычно. А теплая кепка. Кстати, с ушами. Далее шарф. Здесь у нас в составе 100% акрил указан. Шапка с помпошкой. Тоже 100% акрил. Кстати, в основном везде присутствует акрил. А шарф. 100% шерсть. Здесь в составе. Вот такая шляпа. Почти ковбойская. Еще одна теплая кепка. Пара серых перчаток. Утепленные перчатки. Что-то я оторвал там. Наклейка какая-то была. Так, еще одна пара теплых перчаток. Ну, тут нитка торчит, видите, да? Из большого пальца. Так, следующий шарф. Женский. Шарф крупной вязки. По-моему, тоже акрил. Да, 100% акрил. А беретка. Кстати, беретки в каждом мешке по одной беретке есть. Черный снуд крупной вязки. Еще одна пара перчаток. По-моему, 4 всего было. 4 пары перчаток. Так, это шарф. Вот я хочу посмотреть состав. 100% акрил. Вот еще одна пара женских перчаток. Это, по-моему, мужской шарф. 100% акрил указан в составе. Так, 30% махера в составе этих перчаток. Женские перчатки. Снуд. Так, палантин. Кстати, около 5-6, по-моему, пар перчаток было. Шапка крупной вязки в составе 100% акрил. Палантин. Здесь у нас акрил 100%. Вот вторая шляпа. Женская. Так, снуд и шарфик. Так, далее шапка крупной вязки. Вот еще один снуд. 100% шерсть в составе этой шапки. Палантин. Еще одна шапка. И последняя вещь из этого мешка. Такой вот палантин. С одной стороны светлые рисунки, с другой стороны темные. На этом все.